Дорогие друзья, сегодня с утра была шокирована этим известием вся Россия. Никто даже не подозревал о том, что произойдет с известным российским телеведущим Виктором Гусевым. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, поставьте лайки, напишите комментарии, друзья, ведь вам не трудно, а нам приятно. Сегодня рано утром в одной из больниц города Москвы за медицинской помощью обратился Виктор Гусев, телеведущий российского телевидения. Медики диагностировали телеведущего ожог от удара током. Оказывается, телеведущий проводил какие-то ремонтные работы у себя на даче Подмосковья и взялся рукой за оголенный провод. На данный момент он уже госпитализирован в больницу, а его состояние пока никто не знает. Мы ждем подробностей от врачей, друзья, и обязательно обо всем расскажем вам на нашем канале. Спасибо вам за ваши просмотры, спасибо вам, друзья, за вашу активность.